Дорогие друзья, сегодня мы хотим познакомить вас с нашим предприятием, производственно-коммерческой фирмой «Полимер Продукт». Наше предприятие занимается производством цветной полипропиленовой, плоской и фиберлированной нити, которые используются для вязания мочалок, производства мешкотары и полипропиленового полотна. Производством нити мы занимаемся 17 лет, и за это время приобрели оборудование, которое позволяет выполнить все требования наших потребителей. Мы рады показать вам свое производство и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. На линии приемный бункер подается по пневмотранспорту сырье полипропилен 01030 и краситель. В бункере все смешивается и заходит в экструдер, который выдавливает массу на круглощелевую голову. Расплавленная масса подается на круглощелевую голову, выдувается воздухом и охлаждается. Через систему приемных валов подается на ножи для резания на нить. Устройство резания, цельное полотно режется на отдельные фрагменты, из которых в дальнейшем получается нить. Проходя через камеру нагрева, нагревается до 140 градусов и вытягивается 8 раз. Она становится тоненькая, но все еще пока плоская. Проходя через систему валов, подается на фибриллятор. Помогает нити принять свою форму фибриллированной нити. Иголочками расщепляет плоскую нить на составляющие. Готовая нить выходит с валов, в воздухе дополнительно охлаждается и попадает на конечную намотку на бобины, откуда ее снимают и отправляют потребителям. Наша вторая линия китайского производства, которая в процессе эксплуатации показала себя очень хорошо, отличается от первой, от болгарской линии, плоскощелевой головой. Расплав из головы попадает в ванну для охлаждения.